веток паново мало. Ну, птички вроде подъели все, что я насыпала здесь, вот чисто. Ну, уходить решили, что не надо. Солнце мое родное, я вам сейчас вот не буду досыпать добавки, ее присыпет. В обед придете, доедите. Вон они бедненькие. Соскальзывают с веточек, горлички. Их у меня тут семеро, я не знаю, где остальные. Ну, их обычно семь. И вот такой пейзаж теперь красивый прям вообще, да-да-да. Не, ну если не смотреть на гололед, то в принципе красиво. Такая вот обстановка сказочная прям вообще. Да, ну, к сожалению, очень скользко. И повторюсь, почему сразу много не насыпаю, а так, чтобы выедали. Потому что все-таки идет снег. И оно тут присыпется, и все. То есть они потом сожрать не смогут. Лучше в обед добавки выдам, ничего страшного.